Парламентская комиссия по внешней политике и евроинтеграции приняла решение предложить парламенту ратифицировать соглашение о займе между Молдовой и Международным банком реконструкции и развития по второму проекту повышения эффективности централизованного теплоснабжения. Согласно информации, инвестиции, предлагаемые партнерами, будут направлены на развитие инфраструктуры производства тепловой и электрической энергии в Кишиневе, а также на повышение качества и эффективности услуг централизованного теплоснабжения. Кроме того, будут сделаны пилотные инвестиции в энергоэффективность, которые будут способствовать повышению качества услуг централизованного теплоснабжения и снижению потребления энергии в соответствующих зданиях, что окажет положительное социальное воздействие, говорится в информационной ноте проекта. Предусмотренные в программе мероприятия должны быть реализованы до конца 2025 года. Проект будет обсуждаться на пленарном заседании парламента.